Здравствуйте, Екатерина. Да, здравствуйте. Меня зовут Полина, я менеджер проекта Golden Time London, международные фестивали. Вы у нас ранее участвовали в онлайн-фестивале, я бы хотела взять у вас аудио-отзыв, найдется пару минут свободных. Да, только я не совсем разбираю, что вы говорите. Говорю по поводу фестиваля Golden Time London, вы у нас участвовали онлайн. Хотела бы взять у вас аудио-отзыв, если вы не против, и есть пару минут. Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и кто участвовал в фестивале? Меня зовут Екатерина Котельникова, а в фестивале участвовали мои ученики. Их по фамилии надо? Ну, можете просто имена назвать, или сколько их было? Их было 4 человека. Это был Алексей, Павел, Юлия и София. Ну и также я участвовала. То есть всего нас было 5. Ага. А в каком именно нашем фестивале участвовали? Golden Time Chicago. Chicago Online. Хорошо. А вы мне подскажите, что именно вам понравилось во время участия в самом фестивале? Ну, мы же участвовали заочно. Да, в онлайн. В общем-то, все понравилось. Благодарны прежде всего, что ради композиторов, так у нас была номинация композиция, открыли эту номинацию. Да. Рады, что дети показали в другой стране, на что они способны и что их по достоинству оценили. Угу, очень хорошо. То есть, в принципе, все ожидания, да, вот которые были, они как бы оправдались от этого. Конечно, более чем. Замечательно, спасибо. И если хотите, также можете вот дать такие какие-то напутствующие слова будущим участникам, пожелания. Ну, наверное, не бояться ничего, несмотря на то, что очень много участников, верить в свои силы и просто стремиться к тому, ради чего ставил цель, чтобы участвовать в этом мероприятии. Замечательные слова, полностью вас поддерживаю. Спасибо большое вам за отзыв, также спасибо за участие в фестивале. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.